мы там наливаем водичку из родника. Вот это у нас. Ну, давай Серегу-то подождем. Я тут это снимаю, как водичка течет. Одна из них дырявая, посмотри. Что, протекает? Смотри, как она протекает. Ой, ничего себе. А, наверх. Да. Ну, значит, она будет немного неполная. Ну, да. Что такое полив? 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 Ну, что-то я про этот родник не знала, я дальше знала. Да. Пойду я поснимаю рыбок. Или что? Ой, иду, тут камешки острые. Медленно. Вот у нас ребенок. Пытаюсь идти по воде. Камешки достаточно острые. Ай! Это такая штука. Опа. Я медленно продвигаюсь в сторону вот этой плотины. Вон она какая. Ай, грациозная, как трилани. Ой, какая водичка тут приятная. Ну да, если долго походить, то вода не кажется холодной. О, вот они идут, наши красавчики. Ты закатай побольше, Кирилл. А ты хочешь тут поплавать? Поплавать можно. Что, будешь плавать? Тут не будешь? Пока никого нет. Чё? Не могу поправиться. Ну, сейчас дойдешь, сейчас я выключу. Вот у нас тут ребенок. Переползает. Добыча святой воды. Чё? Я? Ой, сейчас упаду. Жив. Чуть не упала.